Доброе утро! С вами Сергей Морозов, главный тренер сборной по производственной гимнастике. Мы на Императорском фарфоровом заводе на участке шлифовки. Утро доброе! Доброе утро! Как настроение? Отличное! Для чего нужна шлифовка? Чтобы будущее изделие было ровным и без острых краев. Как вы думаете, для чего нужна производственная гимнастика? Для того, чтобы держать себя в хорошей физической форме для работы. Какие мышцы у вас устают? Руки и спина. У милых сотрудниц устают плечи, спина, кисти, поэтому мы для них проведем производственную гимнастику. И как всегда, мы начинаем с упражнения номер один – это улыбка. Глубокий спокойный вдох, выдох и вдох. Очень хрупкое предприятие, поэтому очень аккуратно, мило, спокойно. И руки на пояс. И начнем с шейного отдела. Ухо, плечо. Раз, и два, и три, четыре. Руки перед собой. Левый, правый вместе одновременно. Каждый пальчик большим достаем. Раз, два, три, четыре. И чаще. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь постарайтесь вместе одновременно всеми пальцами. Раз, и два, и три. Чтобы шлифовочка шла активно, хорошо. Три, и два. Стоп, кулаки сжали. И давай круговые движения. Раз, и два, и три, четыре. В обратную сторону. И раз, два, три, четыре. И вот наши кисти немножечко размялись. И мы переходим на плечевой пояс. Кисти на плечи. И начинаем поочередно. Право и лево и право. Назад, лево и назад. Чаще. Раз, и два, и три, четыре. Теперь посмотрим на мышцы спины вверх. Толкаем вперед. И аккуратно в потолок. Два. Вперед, круглая спина. И в потолок. Два. Только привстали от наших рабочих мест. И начинаем, разминая спину. Раз. И два. И наше последнее упражнение на суставы. И раз. Сжали в замок. И начали круговые движения. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В обратную сторону. Мы заканчиваем наше упражнение. Спасибо всем большое. И делайте вместе с нами производственную гимнастику. Продлить жизнь суставам помогут таблетки и порошок Дона. Длительный прием от 6 недель позволит уменьшить боль в суставах и облегчить движение. Таблетки и порошок Дона сделано в Европе. Всем прекрасного дня и радостного настроения. И помните, в здоровом теле здоровый дух.